Опять я тебя вот спрашиваю, говорит, удастся ли тебе как-то объяснить, говорит, нафига, говорит, понадобились вот гаражи ташкентских граждан нашему правительству? Ну, вы знаете, в принципе, здесь, как сказать, идет задача, да, все упорядочить. Благоустроить. Да, благоустроить. Да? Да, есть такая версия. Сделать, да, красивым, да? Город, да, угу. В 21 веке живем. Ну, чтобы вот это все там разноплано, разношерстно, разномастно, вот эти ракушки, вот эти, угу, которые стоят, кто где поставил, чего поставил, что там держит, угу, что там, никто не знает. Нет, там террористы, понимаешь? Обычно это, я думаю, нет, что это все террористы. А, нет, подожди, нет, дело не в этом. Подожди, а, вот, ну хорошо, значит, ломают, а нужны, чтобы взамен стоят. Стоянки же должны, вот, построить, насколько, да, я понимаю. Должны, да, у меня должны нет, стоянки, стоянки построят, да, сразу. Но дело в том, что вообще, прежде чем сносить, во-первых, надо, наверное, новые построить, да? Ну, как бы построить дом, да? Вот, допустим, если хозяин что-то ломает старое, то он строит новое, да? Но здесь получается как, что... еще один момент. Надо же оплачивать... Ну, во-первых, ты не свое людям ломаешь. То есть, да, да, каким людям. Же, это, каким же городом, это, наверное, свой гараж нет, ты сломал, это, да? Это собственность все-таки... Как у него есть гараж? Человека, гражданина, который это имеет право на это как его собственность. Поэтому, если это убирается, эта собственность государства должно оплачивать. Но у нас же хитрые коммунистические принципы остались. Да. То есть, земля-то принадлежит вот никому? Нет. Как никому? Государству. Ну, значит, никому. Правильно? Ну, не тебе. Ну, то есть, ты можешь, да, то есть, тебя в любую секунду могут прийти и сказать, а пошел, ну, ты, хорошо, говорит, что-то на моей земле сделал. Гараж, получается, незаконное владение хозяевами. Почему незаконное? Хозяевами. Почему, ну, если земля не принадлежит. Нет, там очень хитро все. То есть, тебе там дали эту землю во временное пользование. Причем в любую секунду, когда кто захочет, то есть, вот по щелчку у тебя ее могут забрать. Замечательно же, хороший договор, да? То есть у всех у них, да, договора есть, что там по первому требованию, по этому самому первому списку Хакима. А что тогда возмущаться, что гаражи ломают? В смысле, что возмущаться? Да нет, дело в том, что мне очень нравится вот это вот отношение власти к населению, то есть вот как к такому вот быдлу, то есть вот по щелчку, по свистку, то есть, да, ну, так, ну, вот захотел, ну, сегодня одно сделал, сегодня магазин открыл, завтра снес, удобно же? Я почему-то вспомнил, рядом с моим домом стоит огромный магазин золотых изделий. Угу. Это азербайджанец, угу, по фамилии Алиев, он тезка Алиева, своего президента. Угу. Вот. Он построил это
огромное-огромное здание, и решил продавать там ювелирные украшения. Ему сказали: ты здесь не в Баку находишься, и еще с такой фамилией. Вот. И Алиев свою фамилию поставил, еще так это самое, а там трасса проходит мимо. Поэтому говорит: убери эту фамилию. Он говорит: да нет, а что здесь такого будет? Здесь такого? И сейчас он сидит. А вот это здание, вот это здание, огромное здание, уже принадлежит, имеет другого хозяина. Да? Хорошо, да, мы здесь говорим о гараже. Нет, но самое кайфное, когда это, пока было построило здание, никто ничего не трогал, да? Ждали, когда это все построится. Ну, с гаражами же так же. Да, есть. И когда все построилось... Его арестовали. Ну, это нормально, у нас традиционная. Наша национальная вообще. Но самое кайфное, да, на презентацию он все-таки пришел. Его привезли, наручники сняли. Он там поучаствовал, потом вот эту всю презентацию сняли, потом опять наручники надели и опять в подвал увезли. Вот и все. Нормально, красиво. Вот. А вы говорите: гаражи, ребята, здесь такие здания. Здесь такие это самое. Дело в том, что как бы магазин, а гараж один, как бы, а гараж тут тысячи. То есть меня, например, немножко удивляет. Хотя нет, вот как бы случаи есть, когда люди так вот объединяются и пытаются свои гаражи отстоять. То есть случаи такие, слава богу, есть. Другое дело, что тут, как бы сказав А, надо переходить к Б, то есть к Б. Вот мне вот это вообще интересно, а были такие случаи, что все-таки отстояли свои гаражи? Ну, тут же как, что момент инерции, тут же ты получил указ, жди следующего. То есть, следующий указ, это самое, что ты показываешь пальцем на него? Работает микрофон? Нет, дело в том, что вообще гаражи, мне кажется, только вот у нас советской территории было. То есть это пережиток советский, то есть их надо нафиг снести, правильно? Вот я не видела ни в одной вот стране Европы, где я была, в странах Европы, гаражи вообще в принципе. А может, у них машин нету, они еще недоразвитые? Но у них есть стоянки. Ну, у нас-то нормально функционирующие стоянки. Так ты сначала построй стоянки, потом сноси. Вот я об этом и говорю. Вот нормально. Тем более, что стоянки никто строить-то не собирается. Так же, как с велосипедами. Сейчас я представляю, как вот мои друзья, датчане, посмотрят, как отнимают велосипед. Они жить без великов не могут, например, да? А что, офигели там? Едет чиновник. Видишь, там мальчик, который едет на велике, упал. О! Чего не отнять велосипед, да? Да, конфискируй нам. А там, знаешь, там, особенно когда бухаем, идем ночью. Там нет крышек от канализационных люков. Это где? В Бухаре, да у нас тоже, везде по всему Узбекистану. А там сказали, говорит, оказывается, чугун, его, говорит, уже пропадавали в Казахстан. Ну, на металлом. Вот. А эта наивная датчанка наша говорит: ой, у нас, говорит, за такое, говорит, большой штраф коммунальщикам. Мы так долго хохотали, говорит, большой штраф коммунальщикам за такое, ты понимаешь? Ну вот представьте, едет чиновник, он видит, ребенок упал, он же гуманный. Он говорит: запретить нафиг. Вот ты видел когда-нибудь хороший тротуар в Узбекистане? Тротуар. Ладно, мы не говорим о дороге. Вот мы ходим мимо травматологии, там, детского диагностического центра. Вот в центре, да, вот таким. Слушай, его каждый день моют, его каждый день будет в белых халатах, начищают, чуть ли мылом не моют. Как в Европе. Вот как хорошо, в Европе. Ну, ты видел там, какой тротуар? Вот вообще. Нет, не видел. Зачем его мыть? Чистый. Ты знаешь, вот когда сказали, что в Москве построят велосипедные дорожки, в Москве, когда уже в какой-нибудь Европе уже 100 лет специальная дорожка для велосипедистов, да? Теперь в Москве подумал, может, у нас тоже когда-нибудь построят, и не будут отнимать велики у детей. Слушай, если они обычные дороги для машин построить не могут, потому что все силы у них теперь вот брошены на снос гаражей,
Да? То есть, ну, вообще-то сюрная ситуация. Да? У людей появляются автомобили. Мы страна, которая производит автомобили. Мы не производим автомобили, у нас отверточное как производство. У нас, у нас отверточная сборка. А этот General Motors. Они привозят сюда кусочки, а вот это самое. Одижанцы. Но все равно мы же говорим, что это у нас собирается. Слушай, мы говорим, что мы независимые. Ну и что? А на заборе вон что написано, ты видела? А тут у людей отбирается. А что делать? Вот там друг не стыкуется. Что не стыкуется? Никак не стыкуется. Страна, в которой есть автомобильная промышленность. Да нет автомобильной промышленности здесь. Нет, кто тебе сказал? Страна все равно выпускает. Если тебе президент сказал, что это что? Вот он, это самое, солнце на западе входит. Ты телевизор не смотришь, что ли? Нет. General Motors там. А при чем тут автомобильное производство и General Motors? General Motors есть, а у нас нету. Ну они, есть у них большой завод какой-то, он в Сергелях. Да, собирают, свинчивают. То есть, как хорошо. У нас все свинчивают. Но мы к чему приходим? Ну, все-таки за велосипеды. Да, где за велосипеды? Нет, я думаю, нет. Давайте не будем спорить, это бесполезный спор. А у МИДа она права, что изготовлено в Узбекистане, есть такая марка и на Дэу, да, и на General Motors. Не надо говорить, что это у нас автомобильное производство. Нет, ты тоже прав, это просто чисто сборка, там сборочное производство. У нас же это собирают. У нас же, в нашей стране. Так, все, успокоились. Речь идет о том, что вообще велосипеды, кому они мешают, и почему вообще вот это гонение на велосипедистов? Во-первых, это самый экологически чистый вид транспорта, во-первых, да? Во-вторых, это здоровый образ жизни, да? И то, что люди, вдруг какое-то веяние пошло, и вот начали садиться на велосипеды, это же можно посчитать за благо, потому что европейские страны, я не говорю о Китае, который самая такая велосипедная страна. Бухару съездили это, в Коканд. Да. У меня ощущение. Там вот, тоже вот я когда, допустим, в Фергану приезжаю, да, это самый удобный вид транспорта. Да. Вот я вот сел на велосипед, вот как на свою вишенку, когда Хаджа на середине. Все, я без него жить не могу, потому что здесь 5-6 километров туда-сюда. Это все. Было вот до абсолютно, времени. Да. Почему велосипеды? Не, ну, я понимаю, здесь есть... Нет, здесь есть один нюанс, конечно, неприспособленность ташкентского уличного вообще вот этого хозяйства для велосипедистов, потому что сейчас милиционеры гоняют велосипедистов с проезжей части на тротуары. На тротуары, да. Но если у нас на тротуарах, кстати, заметьте, это вот это систематически я замечал, Некси разруливают только так. Я однажды чуть не попал под машину на тротуаре. Да, это самое опасное. Просто иду, у меня наушники, я слушаю музыку или что-то, и прямо вот так жих, вот так и машина здесь там это самое проезжает. Ну, а что? А вот это велосипедисты. Ну, обычно по тротуарам ездят. Значит, надо как-то вот это, когда градостроительные какие-то проекты делать, когда расширяют дороги, вот. Какие-то велосипедные, я не знаю, какие-то специальные... Ты сейчас подскажешь, то есть они снесут этот город, говоришь, и сделают его заново, чтобы с велосипедными дорожками было. Вот. Сейчас кому-нибудь подскажешь. Есть только в Москве, вот. Говорят. Завтра они начнут я сносить. Я недавно это самое... Я не видел постсоветской территории специальной дорожки для велосипедистов. Хорошо, причем тут... Дело в том, что не в этом же проблема. Дело в том, что большое количество появилось прокатов велосипедов. То есть, ну да, в последнее время, то есть, да. Кто-то этим занялся, кто-то увидел... как это вообще? Да почему вот это? Вот смотри, вот это здесь просто обычный объем рядом, бизнеса. Да? Вот смотри, был в Бишкеке, да? Смотри, я смотрю, МИДа. Многие закрыты, не все, по-моему. В Бишкеке на центральной площади вышли вечером. Ну, народ, во-первых, гуляет, во-вторых, велосипедисты, во-вторых, на роликовые коньки. Но здесь тоже вот народ, эти, который... на ролик. Так нет. По центральной площади, там, где вот революцию делали. Где у нас на площади независимости? На роликах ты и на велосипеде. Рядом с МВД с наступили. У меня даже кино есть на эту тему. Нет, а это есть. Воздушные змеи, как бы. И они не мешают, ничего, никто не гоняет, все свободно. Люди отдыхают. Нет, в принципе, население всегда мешает власти, что бы оно ни делало. Да. Всегда лучше пустые территории, где можно качать нефть там, или добывать что-то полезное. А население, ну, в принципе, еще получается эталон все-таки... Потому что у киргизов нефти нет. Нет, Ашхабад. Все-таки наш эталон, да, Ашхабад. Да. Вот там конкретно. Ашхабад.
самый красивый, самый мраморный, самый четкий, самый помпезный, самый пафосный город без населения. И чисто. Никто жвачки не кидает, не плюется там, бычков не нету. Да, там ролик не надо, ничего, на свай никто не плюет. И китайцы довольны, то есть получают газ. Да, все нормально, все хорошо. Ну, вообще-то, одно время вот с появлением вот этих прокатов мне понравилось. Город как будто ожил. Да, вот центр, но мне, обычно мне, мертвый да, такой. Да, да, мне да. Вот идешь вдруг, ой, нет, странно, во-первых, как люди ходят. Во-первых, люди, мне люди нравится. Во-первых, ожил. Это в основном молодежь. Молодежь, да, как прокат. Ну, да. И вот это мне напоминает весной, да, вот вроде бы такой уже пустырь, уже все, там ничего нет абсолютно, и вдруг трава, откуда ни возьмись, зеленая свежая трава, жизнь появляется, да, надежда да, какая-то, да, это, и молодежь очень красивая, очень хорошая, как это очень может нормально вообще кого-то радовать, да, да, в царстве мертвых, говоришь, кто-то дворец говорит, форумов, живые, дворец живые форумов, какие-то приятно видеть, приятно видеть, что дети катаются на роликах, да. Но я так и не понимаю, я так и не поняла, там у каждого угла милиционер, что он охраняет в этом здании. Вот ну, эти ролики охраняют. Бог знает, но вот было приятно, что хоть какая-то, ты понимаешь, какая-то жизнь. Кстати, и тут же появились велосипедисты. Кстати, какой велосипедисты? Даже вот этот марафон отменили, вот бегали. И то под таким патронажем и отменили. А почему? Нет, это люди после Бостона. После Бостона. Так нет, наоборот, слушай, надо было именно в честь Бостона провести этот марафон. Это же марафон Гульнара Каримова, фонда так форума. Именно надо было именно и проводить. Она в Бостоне, что? Наверное, его решила посвятить, провести. Посвятить его? Не, ну при чем здесь это? Ну а как? Нет, это хорошее дело. Вот интересно, где жизнь? Вот марафонцы бегают? У нас очень мало хороших дорог. Слушай, а где у нас, чем? Есть у нас марафонцы? Так марафона не было. Ну, а ты не видела, Гульнара Каримова каждый год устраивала марафон. Ну, хорошо, ну пусть бегает. Вот наши актеры вместе бегали. Я видела Рустама Сагдуллаева, например, вместе добежал? Рядом с ним. Я не знаю, добежал или не добежал. Ну, известные наши деятели культуры, искусства вместе все с ней. Все побежали? Вместе с ней я видела фотографии. Правильно, были же фотографии? Фотографии были, да. Вместе они все в майках таких, там, мы там за что-то там. Во имя жизни. Ну, как в Европе. Куда бегут? Во имя жизни. В Европу? А, клип такой классный, да. Вот как в Европе, я видела, вот этот устраивает марафон. Нормально, да, Рустам Сагдулаев, как в Европе. Во имя жизни. Нет, я видела Рустама Сагдулаева тоже, еще ряд известных наших деятелей кино, культуры, рядом с Гульнарой Каримовой. Эстрады. Все бегут в Европу. Я не знаю. У вас, по-моему, разговор как-то непонятный. Давай, спасибо. Налейте. Во-первых, по поводу марафона. Я не понимаю, почему отменили этот марафон в связи с терактом в Бостоне. Хорошо, в Бостоне произошел впервые в жизни теракт. Да. И что, это повод был отменять? Ну, а у нас все хорошо. Наоборот. Потому что в Минске был взрыв, у нас от метро убрали, рядом с метро автостанцию. Хорошо. В Израиле или там в Ираке, или в Иране чуть ли не ежедневно происходят теракты. Почему же у нас из-за этого не отменяются, допустим, марафон? А почему вот в Бостоне произошел теракт, и у нас отменили марафон? Вот в чем логика? Ну, подожди, вот смотри, случай. Почему у нас в метро стоят милиционеры проверять? Это после взрыва в московском метро. Ну хорошо, нет, что, они, по идее, должны были просто закрыть тогда метро наше, и все? Нет. Ну подскажешь сейчас, закроем? Нет, подскажем. Нет, то, что проверяют, это нормально, это... Просто вынуждена мера. В этом я не вижу ничего плохого. Но отменять марафон, я думаю, надо было. Я перестал ездить в метро после этого. Ну правильно, тебе вообще, что, ты на такси? Разбогател, стал есть только на такси. Да нет, он пешком ходит. Нет, я не езжу. Самый хороший транспорт. Что меня обыскивают милиционеры. Я считаю, кстати, это звенья одной цепи. Милиционеры, гаражи, велосипедисты. То есть это что на самом деле? Это вот одна программа очень внятная. То есть нас у нас пытаются отнять что-то. То есть, да. Что у человека? То есть, на самом деле, самое ценное – чувство собственного достоинства. Да. То есть, это такие вот прививочки. То есть, когда у человека отнимают как бы вот вообще там все последнее, да. То есть, он может вот взбунтоваться. А тут как бы мелочь. То есть, ну, не то самое есть... последнее. Гараж отняли. Это да. Такие но способы в очередной раз ткнуть человека или народ лицом. А, кстати, да, кстати, смотрите, вот когда операция с валютой вот, была. Ты думаешь, это сознательно делается? Абсолютно. Смотри, Рифат. Ты думаешь? Я уверен. А мне кажется, нет, мне кажется, это от отсутствия
нет. Мозга. Нет. Вот серьезно. Это старый абсолютно. Советский приемчик. Нет, это один прием. Это Сталин с когда, еще давно придумал. Когда говорят, принеси допушку, он говорит, нет, с головой принесет. Скорее всего так. Это опускание населения. То есть человек, у которого отняли чувство собственного достоинства, у него все остальное можно отнять автоматически. Точно. После валюты, вот, помнишь? Валюты. Вот это вроде я, знаешь, у меня был страх, что я не удивлюсь, что где-то наверняка заходили к людям с обыском, сказать, вот у нас сейчас указ. Да, за это покажите ваши доллары. Покажите ваши доллары. Наверняка было. А можно? А потом почему нет? И мы ему отпустили, говорит, вот мы хотим проверить у населения, есть у него доллар или нет. Вот, ребят, я бы хотел небольшое такое резюме, не потому что мы заканчиваем передачу, наш разговор, а просто такое небольшое резюме. Вот что объединяет, на ваш взгляд, допустим, велосипед, отмену велосипедов, допустим, запрет на велосипеды, потом снос гаражей, да? Вот, насколько я знаю, это все происходит в рамках так называемого благоустройства города, да? То есть, или так, образцовая махаля, да, скажем? И что еще объединяет? То, что вот запретили велосипеды, а дорожки для велосипедов не построили. То есть, сначала нужно было построить дорожки, а потом уже запрещать велосипедистам гонять по проезжей части. Это раз. Сносят гаражи, да? Сначала нужно было построить эти автостоянки, а потом, допустим, сносить гаражи. Да. Но главное, что возмущает владельцев-то гаражей. Да, в договоре написано, что государство в любой момент может у них отнять эту землю, да, скажем так, арендованную. Да? Но главное то, что это происходит вдруг, внезапно, без какого-то предварительного предупреждения, вдруг неожиданно в одну ночь на всех гаражах появляются надписи «Завтра снос». Причем химият в итоге открещивается, они говорят, что мы эти надписи не писали. Махалинский комитет тоже открещивается, и они знаете, что говорят? Они говорят, что это некие хулиганы ночью написали. Я могу, вот я как бы все время в роли экстрасенса выступаю. То есть в свое время, то есть когда сквер спилили, то есть я сразу сказал, говорит, что деревья, говорит, Хакима приговорят. Ага. То есть Хаким кончил плохо. Да. Вот теперь очередь следующего. Не, вот смотрите, вот сейчас вот мы живем. Так что не надо быть большим экстрасенсом. То есть, я живу в Екатеринбурге. Ежов времени пошел. Ежов, Ягода. Я даже не успел запомнить фамилию. Кто-нибудь запомнил фамилию этого Хакима, которого сейчас снимали? Кто был тогда? Городского. Вот на тему посадок, да? Хакимов, да? Вот дело в том, что здесь вот я живу в Екатеринбургском районе, где вот сейчас как раз идет активный снос гаражей. Был здесь очень хороший Хаким. При нем было так все хорошо, так тихо, спокойно, так все замечательно. И вдруг его посадили. На его место пришел некий новый Хаким, я не знаю его фамилию, да? И, естественно, он должен показать какой-то пыл, какую-то рабочую кипучесть, правильно? Пока вот. Не посадили, да. Имитация деятельности. И вот в этой связи что еще возмущает горожан? То, что, допустим, премьер-министр приехал, сказал, так, вот это снести. Все, он это сказал, приказы не обсуждаются. И после него все районные Хакимы и их все шавки, вот эти мелкие чиновники, начали тупо выполнять этот приказ. И им плевать на то, что народ бедствует, на то, что народ возмущается и так далее. Вот что я хочу сказать. Там кто-то пришел. Все, ты на баррикаду, да? Хакимят, за гаражи. Давай. Хакимят по полу твоего гаража. Да. Как мы вот вдвоем, тебе, да, остались. Как, вот тебе, как это тебе касается? Бежали, у нас автомобиля нет, у нас нет. Велосипеда, да, нет и не будет. Велосипеда нет, а метро здесь ты не катаешься, машины у нас нет и не будет, гаража у нас нет. О чем мы рассуждаем-то? А почему, где люди сами, которые вот владельцы гаражей? У человека, если отнимают чувство собственного достоинства, то есть это хороший такой вот момент. Ты заходи. То есть вы все, уже там все гаражи разгромили. Знаешь, последний гараж остался, блин, у Сида, блин. А он пошел на баррикаду. Ну, то есть, если у человека... Кстати, ребят, вот только что мне позвонили в дверь соседи, говорят, прямо в данную секунду пришел какой-то хакимиатовский... Пошли его побьем. И говорил, прямо сейчас будут сносить гараж. Угу. А другие там возмущенные к нему подходят люди. Он говорит, а что, у вас документов нету? А у меня документы все в порядке, я хочу сейчас ему вынести, показать. Угу. А в принципе можно взять камеру. Давай камеру возьмем, пойдем бить. То есть беседу продолжим там на месте. Тетеник тоже надо бить. Нельзя, понятно? Нельзя бить людей. Людей нельзя. Это не демократично. Людей нельзя. Вот против людей, да. Но какое имеет отношение работник Хакимията к людям? А? Ну, его же тоже мама родила. Мама? Маме предохраняться надо было. Олег, вот ты говорил о чувстве собственного достоинства. Что ты думаешь, у людей осталось это чувство?
Вот у кого не осталось, значит, они нет, уже не люди. Нет, ребята, вот единственное, что я хочу сказать, привести пример. Насколько я знаю, никто в городе сильно не возмущается тем, что у них сносят гаражи. Ну да, они кричат, они плачут, даже некоторые там впадают в какие-то истерики. Ну и все на этом, и никто никуда не жалуется. Но буквально на днях здесь у меня вот в районе произошел первый, можно сказать, прецедент. То есть вот здесь вот целое гаражное хозяйство, штук 30 гаражей в одном месте, да? Так вот, владельцы этих гаражей, они просто забаррикадировались, они закрыли вход с одной стороны, с другой стороны ворота, они повесили большой замок, по очереди дежурят там, даже круглосуточно, по 5 часов каждый. Правильно, да? Очень вот. Хорошая тактика. И подали в суд, нах какими яд. Позавчера был суд, и они его проиграли. Теперь они надеются выиграть апелляцию. Они наняли официального адвоката, скинулись. Но так или иначе, они готовы нет. бороться за свое подожди, имущество. Подожди, естественно, правильно, что ты думал, что они выиграют? Нет, подожди секундочку. Дело в том, что вообще не надо было ходить в этот суд. То есть это совершенно бессмысленно. У нас нет никаких судов, у нас нет никакого правосудия. Участвовать в этом шоу лишний раз, чтобы над тобой похихикали, говорит, она хотела судиться с нами. Не нужно. Но здесь один момент есть. Стоп. Пока дело в суде, не имеют права. Слушай, они не имеют права и так. То есть они нарушают эти права ежедневно. Пока дело в суде, пусть даже это проиграно, они попадают в городской, на самом они деле, вообще не имеют права. По логике не имеют, но, как правило, они еще даже, ну хорошо, апелляцию они подождут, допустим, да, но когда, но следующую инстанцию они уже ждать не будут. И по опыту, да. насколько я знаю, они все равно начнут свое дело делать, не дожидаясь там, допустим, прокуратуры, там, надзорной комиссии, не дожидаясь Верховного суда и так далее. Можно чай? Вот. На самом деле, сейчас кому-то нужен как бы следующий Андижан. А то уже забыли, то есть 8 лет прошло. То есть очень-очень хорошее сейчас как бы повод, то есть восстановить людей, да, в памяти. То есть, ну, да. то есть там какой у нас, 98-й год, потом 2005-й, то есть раз в 7-8 лет, то есть нужно как бы делать вот такие вот выпуски что, пара, что да? интересно, то если... есть людей сейчас спровоцировать, потом пришел да. доблестный спецназ да. и, говорит, всех, говорит, маджахедов что, что интересно, если это вдруг пулемета. Подобное начнется в Ташкенте, да, то вот эти же все, вот эти шавки вот эти вот, да, вот мелкие чиновники, первыми же их головы и полетят. Что позволили в Ташкенте, в столице, подобный вот второй Андижан. Не, ну замечательно, освободится количество рабочих мест, то есть в хакимиятах, то есть это же тоже хорошо, придет следующая волна, то есть это же деньги, каждое место стоит денег, то есть удобно, то есть большой бизнес. Да, так, ребят, мне нужно выйти и там как-то разбираться, может быть возьмем камеру и посидим? Да, идем туда, да, идем, все, мы идем за гаражи, за гаражи. Надо потихонечку это снять. Зачем?